Информационно-правовая программа «Де-факто». Смотрите, а не то вы пропустите. Беларусь отметила день ВДВ. В Гомеле не продавали спиртное, но медвотрезвители все равно не справлялись с нагрузкой. Они даже не доказали мое пьянство. Трагедия в Добрушском районе. 15-летний подросток попал под напряжение. Ребенок находился босиком во время этого происшествия. Телевизоры атакуют. Почему в Гомеле загораются квартиры? В основном это оставленные телевизоры в режиме ожидания. И кладбищенский вандал. Зачем сирота надругался над могилами усопших? Смотрите «Де-факто» сегодня в вечернем эфире телеканала «ЛАТ» и телеканала «Мир».